развалился верзила лет 40. У него мясистое лицо, маленькие коричневые глаза, на голове кепка на бекрень. Садись, дочка. Ничего, спасибо, сидите. Рядом стоит девушка в положении. Гражданин, уступите место, встаньте. Если я встану, ты у меня ляжешь. Верзила икает. Читающий книгу Шурик оборачивается. Гражданин, эти места специально для детей и инвалидов. Она что, дети или инвалиды, а? Она готовится стать матерью. А я готовлюсь стать отцом. Да что вы ерунду ходите? А вот как раз инвалид. Шурик в черных очках. А, инвалид. Что вы теперь скажете? Ощупывает и дергает ухо верзилы. Простите. Снимает очки. Закон есть закон. Пожалуйста, садись. Большое спасибо. Ах ты зрячий. Сейчас будешь слепой.